33 левел и 2 сундука с осколками, чуваки. Ну, это наш шанс, это наш шанс. По-любому, сейчас кто-то будет, я чувствую. Давай, сейчас. Выпасть. Лего! Лего, приди! Кия! Всем привет, ребятки! Вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Мясник, а это Shadow Fight 4 Arena. И я сегодня, ребят, опять же, для вас подготовил боевой пропуск. Вернее, открытие боевого пропуска. Сейчас попробуем победим эту кейт и пойдем открывать. О боже, как ты такого жирного поднимаешь просто? Откуда у тебя силы? Офигеть. Так, Dark Crawl, короче, темный ворон какой-то. Попробуем его вынести сейчас, если получится. И прежде чем мы начнем, ребят, у меня для вас замечательная новость. Заходите в магазин, и здесь вы можете ввести мой уникальный промокод. Его можно вводить только один раз. Промокод выглядит вот так, Funny TV. Но также он будет в описании. Обязательно зайди и посмотри, можешь себе сразу скопировать и ввести в игру. Вам выпадут некоторые награды. Давайте посмотрим, что мне выпадет. От зума карточки, рандомно на всяких бойцов тут выпадают карточки. Но и еще выпадает эмоция, ребят. Если у вас эта эмоция уже есть, то тогда вам придет компенсация в виде рубинок. Так что, ребят, вводите промокод и надеюсь, что вам выпадет крутой эмодзи. Запомни этот промокод, вот он сейчас на твоем экране. Funny TV. Вводи и выигрывай. Боже, как же долго, как же долго. Тихо. Мясник, давай. Сможешь? Да нет, я... Боже, я нажал на кнопку, чтобы он прыгнул, а он в итоге взял. Иди сюда. И давай. Да. Как ты перепрыгиваешь, ты, баклажанчик? Ты должен был ее убивать, а не перепрыгивать. Иди сюда, боже, умри. Что там не показываешь, фигню какую-то, эй, Алёшка. Сейчас, короче, замочим ее и пойдем с вами открывать все эти награды. И надеюсь, что сегодня удастся мне что-то выбить, чуваки, но это не точно. На, на, ой, как... Мне вот этот удар нравится у него, крутой. И сюда! Да боже! Уклонилась, прикинь? А вот сейчас не уклонишься. Хорош! Вынесли. Вынесли. Так, поделиться. Нет, делиться мы не будем. Заберем только награду, да, вот эту. Кстати, если 10 раз в сутки, по-моему, выигрывать, можно неплохо так... открыть, короче. Ну, 300 очков, по-моему, заработать можно, да, в батл пассе. Так, что у нас тут? Сундучок. Давайте, да, давно что-то мы не играли с вами в Shadow Fight 4. Вот, поэтому надо это исправлять. Так, задания какие-то у меня есть. Ага, у меня, знаете, что? У меня тут вы совершите успешную дальнюю атаку 8 раз. Смотри. Пойдем еще разочек, давай, сыграем. Попробуем выиграть, может, получится, не знаю. Рейтинговый бой, у меня уже 200 с чем-то, по-моему, там кубков. Вот, за Кибо. Не знаю, сейчас очень долгий, скорее всего, будет подбор. И это бесит, когда долгий подбор идет. Когда чем больше кубков, короче, тем дольше подбор. Ладно, подождем. Надеюсь, подберет. Ну, смотри, 30 секунд, прикинь. 30 секунд, о, подобрал, отлично. Берсерк, блин, бесит. Сейчас будет жесткий чувак, походу, да, какой-нибудь? 2-2-7, смотри, у него кубков, а у меня 2-2-8. Ха-ха, 2-2-8. Жесть. Так, только не зависть, не игра. Короче, мне надо дальние атаки, чуваки, делать. Надеюсь, получится, не знаю. Че, ты будешь бить, нет? Здорово. Так, одну атаку я сделал. Ой, больно? Добро! Прекращай! Ты что делаешь? А? Что творишь? Ай-яй-яй. Что это было, бро? Нет, уйди от меня, не подходи ко мне. Отлично. Теневой бонус против Берсерка и выиграл. Так, одну атаку я дальнюю провел. Ну там надо 8 нас, чуваки. Очень сложно. 8, ну это... Unreal. Unreal. Ну я уже 4 сделал, это сейчас была 5-я, походу. Вот, мне еще остается 3, да? Причем там не просто кинуть надо, а попасть надо. Ты че, бро? На. Ай, промахнулся. Ладно, буду стоять, ждать, копить, короче. Вот так вот буду бить его иногда. Ага. Ай, не попал, видал? И он сейчас меня подожгет еще? Ай, нет, он вот эту свою теневую фигню запустит, понял? Да иди ты нафиг, мне.
Да ты прешь, Алёшка. На, о, попал! Ай-яй-яй, не попал ему по башке. А он меня поджёг. Пуканчик у меня горит. И кидаем, да, отлично, попал. А, промахнулся, дядь. Промахнулся, сейчас, может, еще раз попадем, чуваки. Нет, он меня зажал, вот же гад. Ушел от меня. Все, до свидос. Это отправляет мне смайлик. Иди нафиг. Все, выиграл Берсерка. Берсерк, прости, пожалуйста. Ты был силен, но не в этот раз. Ладно, плюс 10. Да, смотри, один разочек остается. Ну ладно, фиксим. Заберем награду. Все. Пошли теперь открывать все эти награды. И, пожалуйста, пожалуйста, игра. Дай мне еще какого-нибудь бойца. Так, да, вот здесь надо это. Смотри, история. У меня же тут еще, блин, история. Я тут пятую главу все до сих пор никак не это не посмотрю. Надо ее посмотреть. И четвертую, я до сих пор ее не прошел, чуваки. Я пробовал уже за Киба играть, я пробовал за кого только не пробовал. Не особо за кого я прям пробовал. Но я, кстати, накопил 2500 вот этих очков. Вот. Давайте попробуем, может быть. Так, что у нас? Да, 2500, смотри, давай попробуем 10 раз потратить и крутануть. Что нам выпадет с вами, а? Может, что-нибудь крутое выпадет? Фу, какой-то сундук вонючий. И все, что ли? Вот это все? Это 15... Просто 15 новых сундуков? А, нет, еще что-то. Смотри, все летит, летит. Штрафник, смашник. Вот это все, что выпало, да? Смотри, 3 карточки. Так, мясника могу прокачать, отлично. И все, за 2500, вот это мне выпало, но зато один ключик могу забрать. Ключ разлома, это хорошо. Жесть, и все 2500, прикинь, улетели. Ну ладно, фиг с ним. Пойдем тогда открывать, чуваки. У нас 40 левелов с вами, 40 всяких ништяков нам надо забрать. Давайте будем, наверное, пропускать. Особо тут ничего такого нету. Это по обычным какие-то деревянные сундуки. Хотя вон мясник прокачивается, это хорошо. Так, да. Золото буду забирать, естественно. Все вот эти карточки, Джек Булварк. У меня, кстати, там есть задание на 10 левел прокачать. Ой-ой-ой, типа смотри, сколько рубинов просто мне насыпали. Так, новое это эмодзи. Новая эмодзи, она классная, смотри, мне нравится. Котеночка своего. Так, ладно, забираем. О, Линк прокачал, смотри, тоже неплохо. Хонг Джу, хорош, уже до 7 левела. Так, пропускаем просто, да, бонус. Забираем, там все прокачиваются, но это вообще не важно. Самое главное нам выбить нового бойца. Ну, а бойцы там, по-моему, остались у меня только легендарки, чуваки. Только легендарок осталось выбить, по-моему. Так, да, Киба. Хотя, давай посмотрим, реально, какие у меня бойцы-то остались. По-моему, я уже... Да, а, нет, смотри, Император. А, ну тут достигните арены, кстати. Я, наверное, уже достиг, нет? А ну-ка сюда пойдем. Какого левела там надо было достигнуть? А, нифига, 6200 надо. О, май гаш, 6200 надо. Так, а, ну я здесь тоже могу пооткрывать. Ага, прокачался неплохо. Так, 3 мясника прокачалось. 3, 1 рысь. Нормас. И вот еще. О, Миднайт прокачалось. Так, и 2500 еще голды. Тоже заберу, пожалуй. Так, вот со сколками сундук. Вот здесь выпадает из этого сундука. Выпадают как раз таки новые бойцы. Так, ну ладно, нам надо в начало вернуться. А, ключики. Вот ключики еще. Вот это имба тоже. Так, давай быстрей. Давай быстрее. Так, зависаний, надеюсь, не будет никаких. Да, ну все, сейчас все быстро, нормально. Так, утомил, универсальная насмешка. О, прикольно, надо будет посмотреть. Так, опять деревянные сундучки. Опять нажимаем, пропускаем. Забираем просто бонус. Забираем награды и все. Еще один деревянный. Так, вот это тоже забираем бонус. Пока у меня есть возможность бонусы забирать, я буду их забирать. Так, Кейт. Кстати, вот Кейт, по-моему... Ой, 600, смотри, подожди, 600, а может быть я кого-то уже смогу апнуть? А ну-ка сюда давай пропускаем, может сейчас посмотрим, может быть кого-то смогу уже апнуть на 10 левел, чуваки? Ну хотя, по-моему, нет, по-моему, там нереально, мне еще слишком рано, там столько карточек надо, что это пипец просто. Просто пипец какой-то. Так, ладно, 250 еще голды, и еще 1000, и уже 35 тысяч голды, офигеть! Так, сундуки со сколками, чуваки, есть ли смысл
оставлять их на потом. Я думаю, нету смысла, давай пробуем. Так, первый сундук со сколками. Ну, пожалуйста. Еще легендарочку ни разу не выбивал, ну! Фиг. Так, осколок на сержанта. Первый, что ли, осколок? Вы серьезно? Как это так? Первый осколок на сержанта? О май гаш. Так, ладно, еще один сундук. Давайте, там лайкусик прожмите, чуваки, это реально работает, смотри. Вот сейчас обычно, ну! Нет, осколок на кобру. Боже, первый! Да вы рофлите, что ли? Как это первый? Жесть. Ладно. Ё-моё, сколько же сундуков со осколками надо открывать, чтобы все эти осколки прокачать? Окей, забираем. Еще один ящик. Так, это какой-то тоже супер-пупер ящик, но с него, по-моему, только на редких там выпадают карточки, и все. А интересно, на легендарных откуда выпадают карточки? На легендарных чуваков всяких. С таких обычных ящиков. У кого-нибудь есть уже легендарка? Напишите в комментариях, с обычных ящиков выпадают вообще эти карточки или нет. Ну хотя вон на Линкове, да? Не, ну с этих... Хотя вот на Рысь, на Эпика выпало. Ладно, забираю дальше. Блин, сколько всего тут, интересно, сундуков со осколками мне дадут. Только два я сейчас, да? Два только открыл. Да, два. Каждый... Какие? Каждый... Сколько левелов они дают? Так, ключики. Сколько у меня ключей, кстати? Ой, 23 ключа уже можно, хорошо накопить. Блин, когда будет легендарный какой-нибудь боец, я обязательно заключу его, попробую открыть, чуваки. У меня ни одного легендарки нету, ни одного. Есть эпики, да, мифики. Нет, мификов тут нету. Эпики и редкие есть, но ни одного легендарочки еще нету. Как бы я хотел легендарочку себе заполучить. Надеюсь, когда-нибудь заполучу. Так, ладно, идем дальше. 250 еще голда. Что? Еще 1000 голда, да, отлично. Вот опять начались подвисания, видишь, какие-то. Вот непонятно, это как-то... О, еще, да! Так, смотри, на 25-м левеле, на 15-м левеле, а на 5-м были? На 5-м не были. Смотри, каждый 10 левелов, что ли, получается, 15-й левел. Вот на 25-м еще 2 сундука. На 35-м должны, да? А, на 33-м? Ой, хорошо! Ой, хорошо, и вот здесь чуть-чуть не дошли до 45-го, и тут тоже бы были, короче, еще сундучок со осколками. Ну ладно, ладно, сейчас откроем. Сейчас еще 4 сундука со осколками, как минимум, мы сможем открыть. И может быть нам повезет. Нам повезет, должно повезти. По крайней мере, у меня вот на этом аккаунте везло до этого. Помните, я там по 2 бывало бойца выбивал. По 2 штуки. Так, забираем. Маркус прокачивается. Да блин, ну нет, ну пожалуйста, давай без подвисаний. Так, рысь. Ну пожалуйста, игра, давай не надо. Давай не надо зависать так долго. Так, сейчас память немножко почистил, может быть что-то получше станет. Так, отлично, сундук со осколками. Да? А что-то предметов мало выпало. Ну? Миднайт. Блин, и тоже первый! Да что за фигня? Почему первый постоянно осколок? Это бесит. Это бесит. Нет, смотри, под... все равно какие-то подлаги есть. Видишь, очень долго выходит почему-то. Так, еще один. 5 предметов. 5. Может, что-то выпадет? Ну, давай, пожалуйста. Еще один сундук со осколками. Так, и сейчас, ну! Линк. Боже, 2 из 7, ё-моё, 2 из 7, вы офигели, что ли, 2 из 7, очуметь. Это реально 2 из 7? Подожди, я хочу прям посмотреть, это сколько там на него надо копить. Или это что-то неправильно показывает? Где Линк? Линк, вот он, ну-ка подробнее. Так это последний уровень, чуваки, это последняя его способность, да, реально 2 из 7. Новая кастомизация, это что? А, это у нас насмешка вот эта новая. Ха, прикольная. Ну, вот сюда куда-нибудь давай. Поставим ее. Так, а как ей вот так выбрать, да? Подожди, вот так? А что он не выбирает? Алёшка. Эй, а что ты не выбираешь? Я ничего не понимаю. Да ладно, короче, не выбирать, не выбирать. Ну и пофигу. Ладно, идем дальше. Так, что у нас? Какие тут левелы? 26-й левел. Да, обычные деревянные ящики, бонус. И выходим, забираемся. Да, очень долго, смотри, очень долго выходит почему-то. Я не понимаю, почему. Чё за ерунда? Чё за ерунда, реально, не понимаю, почему.
И это вот каждый раз, когда я открываю, ну-ка, сейчас тоже будет, да, долго. Опять вроде бы свернул, развернул игру, и все равно как-то долго, чуваки, смотри. Очень долго выходит. Так, ладно, 250. У вас, напишите в комментариях, у вас тоже такая ерунда или нет? Или это только у меня такая проблема? Причем это каждый раз, по-моему, мне кажется, у меня такое бывает. Вот каждый раз, когда я Battle Pass открываю, он как-то вот, ну, долго, короче, думает. Не знаю почему, непонятно. Может, у меня комп не тянет или еще что-то. Должен тянуть, как это не тянет. Может, из-за того, что на эмуляторе я играю, короче, непонятно. Скорее всего, эмулятор это лагает. Так, ладно, 42 тысячи 6... Блин, у меня рубинов очень много, чуваки. Смотри, сколько рубинов, а. А может, там за рубины можно сейчас что-то в магазе купить, а? Почему леги за рубины не продаются? Я бы купил. Стоил бы он, допустим, не знаю, 1002 там рубинов. Можно было купить? Я бы кого-нибудь купил. Ито там или Императора. Вот Император надо. Так, этот мне сезон стойки героя штрафника. Вау. Новая стойка. Ну, штрафника, кстати. Так, еще открыл. Ну, у нас еще два ящика впереди есть, ребят. Поэтому есть шанс, что нам что-то выпадет. Я, по крайней мере, хочу надеяться на то, что... Это что, я открыл 6 предметов? Блин, я куда тыкнул? Там 6 предметов, чуваки, может, что-то новое? Ну! Ну! Пожалуйста, ну! А что это за сундук я открыл вообще? Бонус еще! Просто 6 предметов. Это что за сундук? Это не сундук со сколками я открыл? Нет, видимо, это я что-то куда-то тыкнул вообще в другое место, видимо, и мне выпал какой-то... Это ерунда, короче, выпала. Ладно. Идем дальше. Ну, пожалуйста. Ну что так долго? Я бублик буду изображать. Как помните, Shadow Fight 2? Кто помнит, бублик такой бесил меня постоянно. Бублик, иди нафиг. Так, ладно. Давай так, закрываем. Здесь бублика нету, но здесь буду я бублик. Бублик, уйди! Бублик, уйди! Так, хорошо, бублик ушел. Так, 33-й левел и 2 сундука со сколками, чуваки. Ну, это наш шанс, это наш шанс. По-любому, сейчас что-то будет, я чувствую. Давай, сейчас. Выпай. Лего! Лего, приди! Лего, ну! Да! Нет! Никакой леги тебе, фиг тебе, а не лего. Да ну, нет. Ну, почему? Так, ладно, у нас еще так, бублик опять. Бублик, уйди, бублик! Уйди нафиг! Вонючий опять крутит, и посмотри, что делает. Там уйди, бублик, не грузи меня. Так, все, еще один, чуваки. Еще один, ну. Ну, сейчас точно должно что-то быть, ну. Ну, пожалуйста. Лего. Лего, ну. Киба, еще 2 из 3. Да блин, ну какого фига. Ё-моё, даже ни у кого не открыл я за сегодня ни одной способности новой. А, бесит. Так, ну, джет. Окей, ну ладно, закрою, открою до конца уже весь Battle Pass, что у меня там осталось. Ой, ё-моё, еще, кстати, до нового Battle Pass еще у нас, сколько там, 15 или, да, где-то 15 дней, 14 дней. Ну, то есть, как Battle Pass выходит каждый месяц 1 числа, по-моему, новый Battle Pass выходит. Не знаю, что еще будет, что будут придумывать разработчики. Мне хочется, конечно, я не знаю, вам хватает наград в Battle Pass? Мне бы хотел бы покруче какие-то награды, чуваки, в Battle Pass, вот реально. Я бы хотел, чтобы в конце, допустим, ну, какой-то был легендарный боец, какой-то, не знаю, может, мифический какой-то, ну, не знаю, какие-то бойцы, вот, типа как Brawl Stars, да? Потому что, ну, эти скины, они как-то, ну, не знаю, такое себе. Больше, да боже, ну сколько можно, бублик, иди нафиг, а, ну что это такое? Так, ладно, рубины заберу. Ну что, после рубинов тоже будет? Да, опять бублик, ты посмотри. Вот опять бублик пришел, крутится. Ну хотя сейчас быстрее намного, да? После рубинов, ну все равно, ну бублик, уйди нафиг, бублик, бублик. Уходи, бублик вонючий. Нет, крутит, смотри, не перестает. У меня рука уже устает, а бублик не устает, ему пофигу, он грузит и грузит. Ладно, так, давай эмодзи заберем. Вот это эмодзи классно. О, нифига, она еще гличная. Она гличная, офигенно. Глич-вирус, типа. Понял. Маркуса тоже он поработил. Так, ладно, забираем последний ящик. Все, сейчас еще пойдем посмотрим. 7 тысяч у меня. 7 тысяч, да, кстати, надо посмотреть в магазе, есть ли что-то, что можно купить за рубины. Вот. Может быть...
Может быть что-то, но по-моему нет. По-моему, тут бойцы продаются почему-то за реальную валюту только, ребят. И вот это обидно, между прочим, это обидно. Я бы хотел, чтобы бойцы продавались за рубины. Ну хотя бы какая-то, может, акция бы была. Так, ну тут осталось, что тут? Ну тут все, да, тут ерунда, короче, осталось. Я не буду это забирать, оставлю на следующий раз, когда мы будем до конца уже весь Battle Pass проходить. Так, ну пошли в магаз, посмотрим. Так, здесь у меня карточка какая-то бесплатная, заберем. Ага, ну тут вот смотри, видишь, на кобру только можем за 1000 купить, допустим, это, да? Так, тут линк продается. А сколько на него осколков? 2, а, 1 осколок. Понятно, понимаю. Ну нет, видишь, за валюту только вот всякие такие ништяки. И за 1000 только можно сундук осколков, допустим, открыть, да, за 1000. Ну не факт, я вон сейчас сколько сундуков этих открыл, и мне нифига не выпало, нифига не выпало. Хотя вот этот вот сундук, оружейный сундук, что здесь можно выбить, а? Так, гарантированное оружие, ну нет, такое себе. Ладно, я вот эти, наверное, заберу, вот, на кобру, да, давай, и заберу на мясника, наверное. А, тоже три эпических. Не так дорого, тем более у меня голды очень много. Ну все, блин. Все, чуваки. Все на сегодня. Ни одного бойца мы, к сожалению, с вами не выбили. Ну ладно, пойдем посмотрим, до какого левела я кого могу прокачать. Ну вот штрафника, смотри, если только попробовать апнуть, да. 20 тысяч до 9 левела, что ли? Уровень 9, да. До 9 левела я штрафника, смотри, вкачнул. Атрибуты все повышены. Ага, так, очки. Ух ты, уровень. Уровень поднял, что это мне дало? 9-й дан у меня появился. Плюс 10 к вашим атрибутам ваших героев. Офигенно. Офигенно. Ну, так, рожденное упрямство. В начале раунда 5 зарядов упрямства. Ага, так, берсерк набрал 20 зарядов упрямства. Штрафник начинает немного наносить много бонусного урона. При входе в теневую форму штрафник тратит все заряды упрямства, а восстанавливает здоровье за каждый из них. Ну вот это тоже нифигово. Так, и скала, что? Получая критический удар, штрафник не падает, а набирает 3 заряда. Короткий удар. Если штрафник наколотил 5 зарядов упрямства, его следующая атака нанесет критический. О, вот это хорошо. Так, ага, да, вот так, наверное, вот так я выберу. Окей, вот, видишь, штрафник. И, кстати, на штрафника какую-то позу мне дали. Что за поза? Вот это? А ну-ка. А, типа, ты мне, говорит? Ха-ха, да, вот это классная поза, кстати. Да, а чё я его не выбрал, Алёшка? Да, у меня штрафник, получается, один только на 9-й прокачанный, да? Офигеть. Ну что ж, все, ребят, на этом, я думаю, мы будем с вами, наверное, заканчивать. К сожалению, ничего не выбили. Не забывайте вводить мой промокод, который вы видели на своих экранах. Вот, и до конца марта будет действовать промокод, поэтому те, кто еще не ввел, обязательно вводите. Забирайте награды, забирайте эмодзи, которые там выпадают. Вот. Ну и все, собственно. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам понравилось, что мне никто не выпал, блин. Это бесит, конечно. Ну ладно. В следующий раз, я надеюсь, мне повезет. Повезет больше. Так, хорошо. Теневой бомж против Станислава. Окей. Кстати, мне пишут вы. А, вот. Ты мне? А? Давай. Коронный удар. Смотри, мне сразу доступен, да? Так, что будешь делать? Здорово. На, держи. Ой, красиво-то как, а? Неплохо. Ага, на бомбочки кидает. Да, блин, уходи, штрафник, ё-моё. Отлично. И что это? А? Ой, боже, больно. Это больно, девчуль. Ага, она кидает. А вот сейчас не подловила меня, видал? На, держи ногой. Неплохо, говорит, сыграно. Крик бомжа, крик бомжа. Молодец, штрафник. Красавчик. Единственный, кто на бомжа подходит, да? У него ни оружия, ничего. Потому что у него денег просто нету на оружие. Хорошо, полетели сразу. А, не дотянулся. Ай! А, это так работает? Если я не ударил, то все, что ли?
Нет, не кидай, не кидай. Да боже. Ой, хорошо. И до свидания, Станислав.